Как ты, Тимур, можешь сотрудничать с Министерством обороны Российской Федерации, делать совместную коллекцию с армией России, если ты сам не служил? Вот у меня есть, соответственно, ответ для всех тех, кто задает мне подобные вопросы. Вы можете ни на секунду не сомневаться в том, что если беда придет в наш дом и наша страна окажется под угрозой, я, собственно говоря, приму все меры и встану на защиту этой страны и буду делать это не хуже тех, кто отслужил. Доброго вечора, ми з України.